Анонс и дата выхода 59-й серии турецкого сериала «Не отпускай мою руку». Показ 59-й серии сериала состоится 24 декабря. С русской озвучкой серия будет доступна через пару дней. Напомним, в предыдущей серии мы увидели, что войдя в комнату к Азре, Дженго заметил, что она лежит в луже крови на полу. Он сильно испугался, взял Азру на руки и поспешил сразу же доставить в больницу. В больнице врач сообщил о том, что Дженко необходимо будет подписать один документ для того, чтобы можно было приступить к операции. И перед ним встает сложный выбор. Когда Азра пришла на прием к врачу, то он сильно удивился тому, как много информации ей удалось узнать про тот диагноз, который ей не так давно поставили. Ферида и Дженк сидели рядом и внимательно слушали Азру. Как оказалось, у ее матери была точно такая же болезнь. Она прилагала все усилия для того, чтобы излечиться, но все ее старания оказались напрасными. В результате женщина умерла, и ни один врач не смог сохранить ее жизнь. Дженк и Фериде понимают, как сложно сейчас Азре и что она сильно страдает. Они собираются быть с ней рядом и поддерживать во всем. В дом к Фериде приходит Сумру, и здесь она хочет увидеть мать Дженка для того, чтобы сообщить ему очень важную информацию. Азра в этот момент начинает задумываться о том, как ей победить свою болезнь. Дженк говорит, что он никогда ее не оставит и будет постоянно рядом. Он счастлив ее присутствию в его жизни. Напомним, 59-я серия сериала выйдет в эфир 24 декабря. Ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.